Доброго дня! Вы вважаете себя чарівниками? Конечно. Мы и есть чарівники. Или иллюзионисты. Ну да. Или фокусники. Или волшебники. Или прести-дигитаторы. Это все мы. А вы верите в чудо? Ну, если бы мы не верили в чудо, мы бы этим не занимались. Мало того, что мы верим в чудеса сами. Мы творим. Мы творим и пытаемся зрителей наших тоже поверить в чудеса. А когда появился первый фокус? Ну, записям древним, первое упоминание было около 4000 лет назад. Это был фокусник Джеди, который показывал фараону в Древнем Египте трюк с отрубанием головы у гуся. Это первое упоминание. А сколько было еще фокусник до этого, никто не знает. А фокусник для вас это профессия или хобби? Ну, в первую очередь это наша профессия, а во вторую очередь это наше хобби, потому как мы совместили и удовольствие с работой, потому как наша работа удивлять, и нам нравится это делать. Как говорил Конфуций, превратите ваше хобби в работу, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. И нам повезло. Поэтому мы даже в рабочее время мы все время отдыхаем. А с какого века вы научились делать фокусы? Я начал достаточно поздно заниматься иллюзией. Мне тогда было 14 лет. Хотя до этого я перепробовал массу всяких увлечений. Это был и спорт, и всякое моделирование, и всевозможные кружки. Но моя любовь, я остановился на иллюзии в 14 лет. Я начал чуть-чуть пораньше заниматься. Мне было 14 лет и 2 месяца. Я был, по-моему, 8 класс, пошел в цирковую студию и с этого пор начал заниматься цирковым делом и иллюзией. А как вы придумываете фокусы? Что вас надыхает? Очень многие вещи нас вдохновляют. На самом деле все фокусы уже почти все придуманы. Мы их просто оформляем нашим, как бы... Подачу новую придумываю, адаптацию. Знаете, как в музыке 7 нот, и эти 7 нот из-за перестановки превращаются в новые мелодии, также иллюзионные трюки, эффекты, я не говорю про трюки, я говорю про эффекты. Их всего лишь 13, и мы их все время меняем местами, и поэтому получаются новые фокусы. Да, то есть если мы перечислим появление, исчезновение, трансформация, левитация, их не так много. И мы, но мы придумываем. Почему? Мы придумываем, но мы не придумываем новые эффекты. Мы придумываем трюки, да? И нас вдохновляют многие вещи. Например, это может быть музыка, которая нас вдохновляет на какой-то романтичный лад, да? Вот что-то там нам нравится, чтобы что-то летало очень красиво. И, либо какой-то... Вот есть трюк, и мы хотим его подать как, каким-то образом, чтобы заинтересовать людей. Это может быть, ну, я не знаю, это может быть книга. Абсолютно. Мы можем прочитать какую-то историю, которая нас вдохновит на создание это может какой-то быть истории. Что угодно. Да. Мы можем ехать за рулем, идти по улице и кушать, и вдруг придет тебе какая-то идея, и ты сразу же ее откладываешь и записываешь. То есть это может быть спонтанно в любой момент. А вы робите фокусы с тваринами? Да, мы это делаем, но... Я бы даже сказал, с птицами. С птицами, да. То есть это мое хобби, грубо говоря. Это мой конек. Я люблю показывать фокусы со своими питомцами. Это голуби. Белые, пушистые, красивые. Их неоднократно видели на телевидении. И у меня это получается больше всего. И мне это очень нравится. И мне нравится, как ты показываешь нравится. Фокусы с голубями, да. Мне нравится, как они появляются, нет... Ниоткуда, да? И исчезает, на самом деле он никуда. Просто не знает, как я это делаю, поэтому ему и тоже нравится. Я такой наивный. Мне все нравится. Чи є у вас найулюбленіші фокуси в программе? У нас программа идет 1.5 часа. И мы постарались сделать эту программу многограннее, разнообразнее, ярче, понимаете? Чтобы была не только там большая иллюзия, не только какая-то большая коробка, но и небольшие трюки. Вот сейчас Виталик может продемонстрировать. Но любимый...
тебя какой любимый фокус? У меня любимый фокус, допустим, может быть такой вот. К примеру, возьмите любую карту. Мне ни в коем случае не показывайте. И мне не показывайте. Можете показать на камеру, а мы отвернемся. Да. Запомнили? Возьмите маркер и распишитесь на этой карте на лице. Только не на своем лице, а на лице рубашки. Карты. Карты, да. Готово? Кладем примерно вот сюда вот. Карту помните? Да. Немножко перемещаю, в руках у меня ничего нету, кроме этой колоды карт. Как вы думаете, где сейчас находится ваша карта? Где-то посредине. Ну, никак не сверху, правильно? То есть верхняя не она. Нет. Не ваша. Не ваша, потому что даже нет автографа. Сделайте вот так вот руку. Держите вот здесь вот. Мы покажем, что десятка крестовая, не ваша карта. Мы ее кладем на стол, накройте ее крепко рукой. Крепко держите, можете второй. Так, чтобы я десятку крестовую у вас не забрал вообще. У меня есть дама крестовая. У вас десяточка, у меня будет дама, хорошо? Каким-то образом я смогу у вас десятку забрать так, чтобы вы не почувствовали? Нет. Нет? Уверены? Нет. Не уверены. Правильно делайте, потому что десятка крестового у меня в руках. А что вы держите у себя под двумя руками? Наверное, девятку или даму. Ну, не знаю, открывайте, посмотрите. Это девятка очаровая с вашим автографом. Это самый мой любимый трюк. Он очень быстрый, но очень эффектный. А чи є у вас фокус, якому багато років? У меня есть. У меня тоже есть. У нас в программе есть фокус, которому более 2000 лет. Называется он «Игра с кубками». Многие его видели. Многие даже знают, как он делается. Многие даже играли в 90-е годы на вокзале где-то. Когда три кубка и шарик. Или три шарика, или два шарика. Это уже как повезет. Но до сих пор этот трюк удивляет людей по всему миру. Этому трюку посвящены картины, этому трюку посвящены произведения. И поверьте мне, этот трюк заслуживает такого внимания. И вы можете посмотреть его на нашем концерте. А когда у вас концерт? Как ни странно, он у нас сегодня. Сегодня. Но мы не скажем где, потому как это маленькая тайна, и вам будет интереснее найти это в интернете или в соцсетях, или еще где-то. Или просто посмотреть. Но мы сегодня в вашем городе, мы сегодня в Харькове, и приглашаем вас на наше шоу. И мы удивляем вас. А сейчас я вам просто хочу показать фокус. Без вопросов. Можно? Я обожаю этот фокус. Хотя, если меня смотрят иллюзионисты, они скажут, это такой примитив. Это так. Но поверьте, мне он очень нравится. Но если смотрят канал иллюзионисты, просто выключите на 5 минут. Возьмите шарик в руку, потрогайте. Есть ли в нем какой-то секрет? Там точно есть секрет. Никакого секрета нет. Это обычный шарик. Поролоновый. Да? Будьте добры. Я беру этот шарик, я кладу его на стол прямо перед вами и начинаю его пилить. Вот таким образом я его буду пилить, пока у меня не появится два шарика. А теперь чудо произойдет на счет 10. Давайте считать вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Вас, по-моему, не впечатляет. Хорошо. Покажи что-то покруче. Покруче, хорошо, показываем покруче. Настя, скажите, пожалуйста, какой из этих шариков вам нравится больше, этот или этот? То есть синий или зеленый? Красный или красный? Этот. Вот этот. То есть круглый. Хорошо, этот я беру себе. Вы уверены, что именно этот? Вы можете поменять свое мнение и выбрать другой шарик, а можете остаться на своем выборе. Итак, ваш выбор? Этот. Все-таки этот. Да. Хорошо, мне нужна будет ваша правая рука. Этот шарик я беру себе, а этот шарик вы крепко зажмете у себя в руке. Крепко зажмите, чтобы я его не смог забрать. Теперь давайте так, дотронемся кулаками. Вы чувствуете, как ваш шарик начал шевелиться? Удивительно. Вы первый человек, кто это почувствовал. Хорошо, если вы чувствуете, значит, у вас очень хорошее воображение и фантазия. Медленно открываем руку.
Вот оно чудо, вот оно удивление настоящее такие. Вот так мы удивляем людей. Это простой фокус, но, знаете, нету плохих фокусов. Нету простых фокусов или сложных фокусов. Есть просто плохие или простые исполнители. Да. Дуже вам дякую. Приезжайте до нас в гости ще. Обязательно приедем. Обязательно. Мы обожаем Харьков. Нам очень нравится этот город. Нам очень нравятся зрители здесь. И спасибо, что вы нас пригласили в вашу передачу. До встречи на нашем шоу. Спасибо. Специально для программы «Тип-топ новости».